Ель голубая, двухлетняя. Вот собираем посылку. 100 штучек это пучок получает. По цвету камера даже крадет цвет голубой. Так смотришь на нее, вообще голубая. Посылки, может вам, она, конечно, в тени будет, и может вам прийти, там, вам показаться, что она зеленая. Но вы не переживайте, она перейдет, и будет все нормально. Потом рассадите, и к осени следующей у вас будет голубая. Вот. Сейчас идет, вот видите, переборка. Хотя на сайте заявлено 5-10 сантиметров двухлетка. Но мы посылаем примерно около 7-10 сантиметров. Вот корневая ее, вот такие вот сеянцы. Ну здесь и то может показаться большим, поэтому. Но это все запаковывается. Сейчас будет упаковка. Туя колоновидная, 4-летка. Опять же, сейчас запакуем. Тут 10 штук. А вот у нас 4-летка, опять ель голубая. Но если она не голубая, я уже не знаю. Опять камера крадет. Она голубая, однозначно. Называйте ее Глаука. Это ель видовая. Ель видовая, которая колючая, которая получила распространение в Канаде. Ее из Канады привезли и начали размножать тут в России. Человек за нее сталинскую премию получил. Ну что, упаковываем? Да, упаковываем. Вот так идет упаковка, гидрогель. Земля. Вот здесь может показаться, что она зеленая где-то. Ну, поверьте, она будет вся голубая. Это ель колючая, это не зеленая, не обыкновенная. Это ель колючая, двухлетка. Вот такой делаем комик. Теперь берется пакетик. Вот ком. Вот сеянец. Здесь 100 штук. В банановую коробку входит около 5000 сеянцев. Двухлетнего. Теперь идет пищевая пленка у нас. Почка хорошая. А потом у нас оказывается 4-летка маленькая, потому что мы рассаживаем вот то, что осталось. Ну, вот так вот упаковывается. Видите, ком. Мягкий. Вот ком. Мягкий. Сейчас поедет уже. Сегодня у нас утро. 10 часов утра. Сейчас упакуем. 12 ставим накладные. И поедет она в ДЭК. И по России уйдет. А вот здесь то, что нам осталось. Мы будем рассаживать потом, и потом у нас опять будет маленькая 4-летка. Вот здесь
посылки готовые уже у нас. А вот это вот трехлетка. Это четырехлетка. Разницу можно видеть, да? Это туя колоновидная колумна. Сейчас мы ее тоже будем упаковывать. Вот двухлетка туя колумна. Вот такие вот небольшие. И корень там небольшой. Какая бы она ни нарастила вот хвою, корень небольшой. Вот такую даже удобнее сажать. Я сажал еще меньше, и она приживалась очень хорошо. Так, ну еще посылки не все собраны. Так, теперь пойдем посмотрим тую. Туя колоновидная четырехлетка. Корневая. Чтоб такое загубить, надо очень сильно постараться. Что ель четырехлетка, что туя четырехлетка, это и если там на двухлетку надо постараться, помучиться там, чтобы вырастить ее, чтобы был результат хороший. Ну, в принципе, ролики есть все, вы знаете прекрасно, как ее рассаживать, что с ней делать. Поэтому, ну а такие сеянцы, да, она поменяет цвет, она станет коричневой при холодах. Но потом, когда она уже будет такая побольше, уже приживется, она будет хорошая. Вот тут у нас растет 3 штуки. Ну, кто видел мои ролики, тот видел, у меня там во дворе 2 огромных туи. Тоже колонна, вот это колонна 3, но мы их будем стричь, и они так 3 штуки и останутся тут, я им не дам расти, я думаю, выше забора и сильно близко к забору.